Как вам, ребята, вид? Правда красиво. Закат Анапа. Это смотровая площадка, называется 800 ступеней. Мы на закате решили сходить и искупаться на море. Надеюсь, что у нас все получится. Отсюда мы можем увидеть, что есть лестница, спуск. Приехать вы можете именно сюда, поставив машинку свою именно на этом месте, либо на 114-м до конечной Свитязева, а дальше пешочком проложить уже в навигаторе маршрут. Здравствуйте всем, меня зовут Юрий Азаровский, это у нас, сама представься. Ксения. И мы вас сегодня приглашаем на вечернюю прогулку на 800 ступеней. Надеюсь, вам зайдет. Вот. Вот так зайдет. Бывало раньше особенно, довольно-таки часто. Единственное, что хочется обратиться ко всем, тут на берегу прям свалка. Неприятно это видеть. Ребят, пожалуйста, будьте благоразумны, более аккуратны к окружающему миру. То есть машинку поставили и дальше влево проходим немножечко туда. Мы взяли с собой теплые вещи. Хоть сейчас у нас показывает температура, даже 27 в машине было. Здесь вот море уже 25. И, к большому сожалению, как только сядет солнце за горизонт, температура опустится еще ниже. И она будет совсем, так сказать, малоприятная. А желание сходить туда-обратно есть бешеное. Поэтому придется потерпеть. И лучше всего для этого иметь с собой теплые вещи, которые, уверен, нас спасут от холода. Проходим чуть дальше. И отсюда уже открывается полностью вид на эту великолепную лестницу, которая так и зовется, 800 ступеней. Очень многие считать пытались, сколько там ступеней. Кто знает точное количество, у кого это получилось сделать, обязательно пишите об этом. Потому что у меня всегда разное. Одна из самых красивых площадок. Я думаю, что сегодня я там сделаю себе бомбовское фото. Главное успеть. Ну что, не будем откладывать, побежали. Лестницы тут существуют еще экстремальные спуски, подъемы. Ну, советую ими не пользоваться, потому что очень часто здесь людей спасают наши МЧСники. Так что поберегите их силы и, пожалуйста, ими не пользуйтесь. Вау! Вот это вид. Посмотрите, в ту сторону у нас наша любимая мегаполис уже Анапа. Судя по этим кадрам, видно Джиматея, наш Витязевский лиман и Благовещенская красота. Даже веселовка отсюда проглядывается. Не будем чуть рассусоливать нашу прогулочку. Здесь есть видеонаблюдение. И вниз пошли у нас... Ух ты, как красиво сделали лесенки. С левой стороны есть лавочка, на которой можно посидеть. Их раньше было две, что-то вторая куда-то исчезла. А жаль. Ну что, беги вперед. Подожди, мы на соревнования, кто спустится? Нет, кто поднимется, кто спустится, неинтересно. Мы потом на обратном пути решили устроить соревнования по подъему на лестницу. Ой. Вот они, 800 ступеней счастья. Класс. Сюда можно увидеть уже довольные лица, которые поднимаются. Те, кто там даже загорает. Круто. Зон здесь для фотографий просто невероятно много. Буквально на каждом углу, возле камушного камушка, на каждой ступеньке можно фотографироваться с видом на море, горы, скалы. И, собственно, это самое инстаграмное место города Анапы. Пишите, если это не так, будет интересно узнать ваше мнение. Изредка встречаются такие вот можжевельники, потому что тут они у нас как-то плохо приживаются на склонах. Допустим, мне очень нравится вот это место. Встал и смотришь. Вот это Юрина гора называется. Красота. И есть лавочки, на которых можно передохнуть немножко и продолжить свой маршрут. Если вдруг вы решили покорять все-таки эти места. Обычно многие доходят вот до сюда максимум, до той платформы, до первой, и дальше не идут. Сделал себе фотографии. Мы же хотим на море купаться. Вау! Вы просто посмотрите, что происходит на закате. Да. Фантастика. Все, становится жарковато, да? Все раздевается потихонечку. Здесь заканчиваются бетонные лесенки, начинаются такие вот металлические. Закрасили мурал, здесь был красивый из-за того, что начали писать всякие на нем непотребности. Ну и плюс он чуть-чуть обвалился, его восстановили. Благодарю всех, кто участвует в реконструкциях, восстановлениях этой мега достопримечательности города Анапы. И вот так быстро мотаются лесенки вниз.
Но мне, честно, опускаться вниз гораздо тяжелее, потому что вот вес переносишь, ноги на ногу, так притормаживаешь, вот обратно тук-тук-тук-тук-тук пошел. Я постоянно ставлю рекорды здесь, меньше 10 минут на подъем. А внизу люди, которые вот-вот начнут свое восхождение. Красота, друзья. Здесь ветер прекратился. Мы слышим только дуновение ветра, как он шелестит. Вау! У каждого, как и у резкого подъема, есть лесенка для отдыха. Пользуйтесь. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Такие вот 100-метровочки прям вообще очень-очень радуют. Особенно, когда смотришь лица тех людей, которые поднимаются наверх. Еще чуть-чуть, еще немного, все будет прям хорошо. И вот места я называю палубами. То есть сюда приходишь и как на корабле зависаешь прям над морем. Это невероятно красиво. Это не вот. Особенно нижняя палуба там самая видовая. Отсюда уже появляется вид на нашу Анапу. 40 лет победы спуск. Очень красиво смотрится. И в ту сторону. Фантастика. Смотрите, какая красота. Счастье еще не закончено. Мы еще можем двигаться, причем довольно-таки быстро. Так все идет без груза у меня. Термос там теплый чуть-чуть. Вещи, а переодевашка. Собственно, на этом все. Поэтому будем надеяться, что это будет чуть полезно для здоровья. Спуск, подъем. Дышим, как говорится, через раз. Да-да-да-да-дан. Я причем не держусь руками, то есть, можете обратить внимание, все идут именно так и чисто работаю ногами. Но советую держаться, потому что людям неподготовленным по трениям лестниц будет это довольно-таки тяжело вообще сделать. Так что берегите себя. Что там, море теплое-то? Мы не пробовали. Вы не дошли до моря? Мы дошли, но не купались. Вот это да. Столько спуститься, подняться и не искупаться, прям печалька. О, вот эти девчули там сидят на палубе. И сейчас солнце выйдет, и будет красиво. Все, пойдем туда на палубу? Где? Да, вот здесь сейчас, если фотки не сделаем, потом будет беспонт. И поднимаемся. Красота. Видит топчик. Он один из самых красивых, которые есть. Считанные мгновения. Остается до того, как солнце погрузится за горизонт. Но сейчас оно выходит из-за тучи. Дает нам невероятную картинку, от которой можно просто кайфануть. Если когда это происходит, вот так вот, на этой корабельной палубе. Фантастика. Сделали немножко красивых фотографий, ребят, и теперь можно возвращаться и получать максимум удовольствия. Но нет, мы не будем возвращаться. Мы идем дальше. Вниз, вниз, вниз. Еще раз вниз, еще раз вниз. Еще много-много-много вниз. Но тут осталась прямая из лесенок, которую, я думаю, уже покорим. При этом солнце уже наполовину за горизонте. Слишком долго мы фотографировались, ребятки. Как жаль, как жаль. Ну, думаю, что все получится. Здесь надо тоже следить за ногами, потому что лестники здесь довольно-таки сложные. Полетали камни, я смотрю, подровняли чуть-чуть. Ну, что были вообще такие сильные прогибы. Подремонтировали. Новый чек. Клево, кто-то оставляет свои надписи. Ну, хотелось бы, чтобы люди так не делали, человеки. Берегите природу, мать вашу. Что там, что-то нашло. Что там? Красивые камни. Ага. Да, камней красивых здесь прямо очень много. Круто. И с освещением сегодня у нас есть шанс проверить, как оно работает на солнечных батареях. Светодиодки будут нам подсвечивать. Посмотрим. Потому что мы уже опоздали. Закат все. Ее уже горят, и у нас крайняя лестничная остановка здесь. Скамеечка, и вот оно уже море. Но здесь очень прозрачное, чистое, классное.
Что может быть, как говорится, лучше, чем прийти на такое море в вечернее время? Уф, Ксю меня чуть обогнала. Она уже там внизу. Тут ребята фоткаются. Сами себе фотографы. Ну, посмотрите, атмосферу спуска, выхода на пляж, я думаю, стоит передавать. Вау. Какова красота. Будем ходить сейчас дальше. Всех, чтобы нам никто не мешал отдыхать. Вот так, по факту, сюда спустились, уже можно купаться. Мечта, конечно, была здесь развести костер, но, как видите, ни одной палочки на пляже уже не осталось. Все вещи убраны. Вау. Это просто вик-вик фантастик. Невероятно. Волна морская налетает на берег. Просто шум моря. Приносит восток. Мне очень нравятся вот эти скалы. Часто раньше сделал здесь фотосессии. Надо будет тоже как-нибудь прийти с фотоаппаратом. Пофоткать. И кристально чисто. Волна, которая набегает на тот самый каменный. Невероятно чисто. Бережок. Спасибо всем, кто приходит сюда. Свой мусор носит с собой. Потому что беречь свое место, в котором вы любите отдыхать, это очень важно. С левой стороны видите раздевалка. Реализовано из того, что было. Ну и то, плюс уже есть кому-то где-то переодеться. Хотя такие пляжи все-таки ассоциируются с отдыхом, наверное. Без людей, без одежды. В удовольствие, как говорится. Вот еще один подъем. Там еще какая-то лесенка. Ой, качелька организована. Вау. Чего только люди не сделают. А здесь вот прокат сапов. Организован. Прямо здесь ребята живут. И сдают сапы в аренду. Ну, как говорится, у каждого свой бизнес. 500 рублей в час. И генератор у них тут есть. Очаг палят. Ну, вот они, наверное, все ветки здесь и пособирали. Потому что ни одной радиусной видимости я не наблюдаю. Мы реально хотели разведем костерчик, кайфанем. Соборды. Лежанки, спальники. Великолепие черноморское. Вот она есть. Ее потихоньку палят. Видите, на костре. Класс. И удивительно, здесь стоит чаек. Подумаю, что еще буду стрелять, что ли. Навел на них камеру. И они полетели дальше. Но вы видите, что такие пирамидки собираются камушком. Те, кто сюда спустились, кому чем-то надо заняться. Также расчищают заходы в море. Здесь такие прям местами пласты уходят в воду. Поэтому советую брать с собой какие-нибудь камушки, шлепанцы, коралки. Мне будет вообще очень удобно. Все, Ксю выбрала место. Здесь я смотрю, кто-то один там купается в море. Но очень далеко от нас. А мы, наверное, еще пройдемся. Хочется быть вообще в уединении, без никого. Вот, пришли, отдыхают. Сумочка, вещи. А там девушка, получается, в токсах. Не мужчина, я думал, что это мужчина. Вау. Мы так сейчас потихонечку дойдем до 800 ступеней. Они уже недалеко от нас, вот примерно. Вот там вот, где... О, ползень. Нет, там деревянные лестницы. Есть. Вау. Просто, да? Как красиво. Я, честно, не гулял в эту сторону. Кто? Чайки? Нет, чайки есть не буду. У нас есть. Ну, хотя, давайте чайку съедим. Одну. Меньше их не станете. Если я думаю, что надо быстрее купаться, то мы не успеем. Все, Ксюня у нас раздевается. Мы остановились чуть гораздо дальше, так сказать, этих ступенек. И я думаю, что мы будем купаться. Нравятся девушки. Делают красивые фоточки. Да? Девушки-фотографы и модели, тем более.
Ай, какова красота, ребят. Честно, даже в море не хочется заходить. Просто я сел такой и залип. Как это круто, а? Ха-ха-ха. Пойдем купаться. Пора. Я пойду в шорты, чтобы вас не шокировать. Это стоило того, чтобы сюда прийти. Единственное, да. Теперь можно согреться ароматным чаем. Еще и вкусняшки с собой. Взяли с собой нектаринки. И сухарики. Самый цимус, ребята. Сухарики. Они вкусные, с изюмом. Теперь так вот под морем. Можно влюбляться в него заново. Это невероятно вкусно и классно. Да? Как тебе море? Классное. Чистое, да? После моря. Вот жалко, на самом деле, что не было возможности поснимать и показать, как мы купались. С другой стороны, наедине тоже надо побыть. С морем. Как песня. 12:52. Я ты. Море. У нас еще есть четвертый чай. Вкусняшка. Чай у нас 1001 ночь. Реклама, ребят, просто. Они должны уже приплачивать. Но он действительно вкусный, ароматный. И спасибо за него моим подписчикам. Море можно говорить до свидания. То есть тут уже прям такая темнота. Посмотрим, на лестнице есть освещение или нет. Уф, ребята, а это наш путь домой. Включаются фонарики эти. Потихонечку отключаются. Здесь уже прям темно. Тут как ребята пошли с фонарями. Я вам даже море особо показать не могу, потому что все. Ну ладно. 15:45 сейчас. Всего лишь 10 тысяч шагов сегодня. Мало вас там. Сейчас мы это добьем. И интересно, за сколько поднимемся. Вот, хотелось бы, чтобы минута переключилась, конечно. Вот, только переключилась. Начинаем подъем, но не на скорость. Ксю говорит, что устал. У каждого свой вариант подъема. Прикиньте, фонарики чуть подсвечиваются, а потом начинают срабатывать. Давай, Ксюха, мы в тебя верим. Беги, Форест, беги. Это как это, фильм ужасов. 3 минуты до первого поворота. Давай, не стоим, пошли. Идешь. 5 минут идем. Она отстает. Стало чуть-чуть. Уже вторая площадка справа. Молодец, практикуешь второе дыхание.
Все, ребят, вот это площадка, которая первая в виде корабля. Время 52 минуты, 6 минут до сюда. 55. Я, кстати, антирекорд делаю. Вот эта лавочка поворотная. И вон конец ступенек. Включилось 56. Мы эту красоту, ребята, покорили. Все, вообще молодец. И возвращаемся к Анапе. Какая там тоже красота впереди. Город самый лучший город на земле. Вау. Интересно, если так, но тоже видно, слушайте, какова красота. Как вам, ребята, Анапа, ночная бухта вот черным цветом. Просто фантастика. Еще по сторонам нас водились. И я думаю, что пора нам ехать, ребятки. Ну, конечно, этот вид стоит того, чтобы приехать и на него посмотреть. Анапа, ты фантастично красиво. Ну, вам всем спокойной ночи. Спасибо, что были с нами, смотрели наш видеосюжет. Ну, или доброго дня, смотря когда вы его смотрите. Подпишись и оставайся на связи. Пока-пока.